Грызет. Обжоры. Ой, беды обжоры. Какая интересная штука. Отвернулась. Соня грызет. Люся грызет. Шкода, шкода растет. Машина. Давайте, расскажите еще. Можно общаться. Что там, Лисенька? Грызет, плюет. Но все равно на Соню вот это вот присела по привычке. Раньше на Соне каталась, когда маленькая была. Люсенька, вы, конечно, отвернулись так. Кати, да. Две подружки. Две подружки. Каждая своя кукурузка. Но как странно, они едят почему-то. Ну, может быть, потому что плюет зернышки. А Соня подбирает зернышки. Все довольны. Люсенька. Люсенька там склонилась, как это моя прелесть. Знаешь, там у нее. Люсина прелесть. Отвернулась. Да? Да, Люсьена. Так, это Сонин куст. Что такое там? Надо Соню достать, да? Или нет? Финики подобрать. Ха-ха. А я отхожу, что Соня подходит к кукурузе, я забираю. Вот ты же. Два хвоста. Ух ты, крошка. Грязюля такая. Можно разгрызть, поплевать. Куда ушла? Эх, Люсинда. Я же тебе говорила, за манухой для Сони. Угу. Она освобождает кукурузу. Это делает видимость, что освобождает. Все, ты сейчас будешь плести из кукурузных листьев. Поделки сейчас она делает, торганет тут немного сувенирами. Сонечка ушла. А ты тоже за ней? Все, аудиенция окончена. Вот и все.